Так, ну что, чувачки, добрались до аэропорта Жуковский. На самом деле нормально, на каршере за 2.20 по времени доехал, по бабкам спокойно душечку отдал. Нормально, комфортно, таксу стоило пятак с детским креслом, чтобы вы понимали. Но за каршеры тоже я не то чтобы охотился, но вот каршеринг с детским креслом — это очень редкость в целом. Поэтому я сначала доехал, нашел ее, забрал, приехал до хаты. Поэтому, конечно, нормально, настроение топчик. Знаете, что кайф летать с ребенком? Тебя везде пропускают быстренько, без очереди. Просто бум-бум-бум, прошел и все. Сейчас я жду, короче, Шама. Человек опаздывает. Я за него уже купил билет, ему осталось только вот багаж дать. Знаете, я купил ему путевку, ну, в плане, оформил путевку. Сейчас ему еще там рядом с нами места выбил спокойненько. Человек просто опаздывает.